по короткому пути через озеро Долгое. Жители Уфимской Нижегородки дождались открытия понтонного моста. Он соединяет две улицы – Медицинскую и Рабочую. Из-за плачевного и небезопасного состояния конструкции мост демонтировали еще в прошлом году, что стало причиной многих неудобств для жителей микрорайона. Ну, много сложностей было. Ходить невозможно было. Учатся дети, в 25-ю школу ходят, круговую. Нам приходилось идти на остановку, делать вот такое круговое движение на автобусе. Мы давали на дорогу 50 рублей, вот двое детей у меня учатся в школе, и 50 обратно. Получалось в день 100 рублей. С братишкой все время на старом мосту рыбачили. Когда его разобрали, мы расстроились. Думали, его больше не построят. А вот построили, я пришел на рыбалку. Стоимость моста – 1 миллион рублей. Из городского бюджета было выделено 150 тысяч, из республиканского – 800. Сами жители собрали 50 тысяч. Собрали собрание, люди подписались, были согласны, даже пускай какую-то часть как мы доплатим, но лишь бы только поставили. Все сдали по квитанциям, чеки все у меня есть, и построили. Ура! Сейчас местные жители могут быстро перейти с одного берега на другой. Мост планируют использовать круглогодично, поэтому необходимо заранее подумать о его сохранности. Это первый этап, что мы его создали. Второй этап – это благоустройство и сохранение этого моста. Это же самое важное – сделать это одно. Второе – надо сохранять его в том виде, в котором он сейчас находится.